Как понять, что жизнь от нас хочет? Ну, нужно быть внимательным. Потому что если мы сосредоточены только на себе, на своих желаниях, на своих беспокойствах, на своих разочарованиях или на своих удачах, мы никогда не поймем, что жизнь от нас хочет. Первое, что нужно сделать, освободить свой ум, чтобы он стал свободным, чистым. Чтобы мы научились просто наблюдать жизнь, наблюдать события. Потому что знаки постоянно приходят, жизнь с нами все время разговаривает. Она говорит с нами извне в виде событий. И она говорит с нами изнутри в виде голоса интуиции, голоса совести. Чтобы услышать ее голос, нужно стать внимательным. Это первое. Второе, что нужно, нужно понять, что жизнь говорит с нами из любви. Не из желания сделать нам подножку. Она подсказывает, дает руководство. Она ограждает от чего-то, она направляет куда-то. И все это делается из любви. Поэтому второе, что очень важно, это понять, что в жизни действует вот эта любящая энергия. Когда есть вот эти два момента, есть доверие к жизни, как к любящей силе, и есть открытый ум, заинтересованный, любопытный, в желании познать руководство жизни, вот тогда случается понимание.